Здравствуйте, меня зовут Литвинова Валентина, мне 18 лет, я из города Иркутска. Я бы хотела прочесть стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Поэт». Когда Рафаэль вдохновенный, пречистой девы лик священный, живою кистью окончал, своим искусством восхищенный, он пред картиной упал. Но скоро сей порыв чудесный слабел в груди его молодой, и утомленный, и немой, он забывал огонь небесный. Таков поэт. Чуть мысль блеснет, так он пером своим прольет всю душу. Звуком громкой лир чарует свет и в тишине поет, забывшись в райском сне. Вас, вас, души его кумиры! Но вдруг холодеет, жар ланит, его душевные порывы все тише, и призрак бежит. Но долго, долго он хранит первоначальные впечатления.